Ну, во-первых, добрый день. Я, собственно говоря, не знаю, что получится из этого, но я точно знаю, что связано с моим персонажем. Он очень интересен. Это человек, который эмигрирует в Германию и, возвращаясь в Россию, на родину, для того, чтобы просто получить наследство, он понимает, что он русский и что это его. Собственно говоря, и название фильма «Матрешка», настоящая, исконно русская, по-другому не скажешь. Вот, что из этого получится, я не знаю. Но если мы вместе, вы и я, как-то сплотимся и поучаствуем в этом, то я уверен, что мы точно узнаем, что из этого выйдет. Присоединяйтесь к нашей команде, я уверен, что мы встретимся в кинотеатре и обязательно отметим шапку.